детей складывают только пары, только из мужчин будут организовываться. Девочки... Насколько я знаю, по этим, по троеборью, бейсбол... Только мужчины. Мужские. Женщин пар вообще нет, он ничего не сказал про них. И либо тебе пару с кем-то дадут, либо ты будешь единолично. Не-не-не, это же по этому, по троеборью пары будут. Бейсвар, пара, бейсвар, да. И, фристайл. А фристайл они еще, по-моему, не решили. Он тоже сказал в паре. Да, пары, он говорит, там... да, рука поднимается, батл, типа вы будет, вышли. Батл, парные, парные, парные да, будут. Парные. Парные. Если что, Николай Алексеевич Пелик не скажет, что делать. Да мы знаем, что он знает, но если ты, если просто ты не в курсе, сейчас вы гири подняли 50 раз, точно? Все, пока отдыхайте, сейчас позову. Точно подняли? Да. Все, отдыхайте пока. Скорее всего, приедут девочки, которые с я его спросил, а, ребят, девчата, абсолютка не будет учитываться возраст. Абсолютка. Ну, да. Так я их старше на 6 лет, на 5. Какая разница? Сказали абсолютка, значит абсолютка. А ты девушка вообще на 10 лет старше. Фиг знает. Артем. 2021. Сделал 50 раз гири. Летом наближу. Драка. Ну, где это? Ногу сломал? А? Парня, где ногу сломал? Да. Когда он пятки... Да. Пят, там голени еще, там голень же, это, все, к сознанию потерял парняга. Я не помню, как фамилия. Артем, две, да? Может быть. Артем, спинку прямо. Егор, чуть в сторону. Спинку прямо. Дим, подскажешь Киселеву Артему, поправились, спина прямая или нет у него? Ладно, подскажи ему, чтобы спину не надрывал. Артем, давай. 50 раз. Готов? Заряжен? Артемий, мы с тобой. Давай. Кирюш, ты ему скажи, что мат для гирь ты ему поставил, да? Ты ему скажи, что это для гирь. Егор, Никит, чуть-чуть в сторону отойдите, чтобы я Артем увидел. Пожалуйста, Егор, вот. Все, братан, понеслась, успокойся. Конечно, не ударил. Сейчас Руслан делает. Артемий, давай, мы смотрим. Он занят пока, давай. Я понимаю. 50 раз присесть. Ты берешь. Отойди, пожалуйста. Три, не сгибайся, не прогибайся, не тормози, лады? Все, дай пятюню, все нормально, смотри. Никита, ты мне благодарен, друг. Все, смотри, теряйся на мане. Дыши. Никит, вы пошли? Все забрали. Так, Денис Владимирович сегодня посмотрит, что вы переделали, да? А Егор переделал что-нибудь? Делал? Да. Все, ладно, молодцы, посмотрим. Ну, посмотрим, если они первый оценят. Услышала, да, вот эту штуку, пересечение этого? Так я сделал. А, все вы сделали? Ну все, молодцы. Гири до пола, Артем, гири до пола. Сейчас, погоди, ножки чуть пошире. Там, короче, видео лежает, и там на пол стало. Идет видео, где вы делаете. Да, и там голос подорочный, да. Потом музыка включается. Да, молодец, да. Блин, братан, ну погоди. Ну давай тогда стой. Давай со мной. Так, берешь нож, чуть пошире. Правильно, все, идем.
Влад, от зеркала отойди, не надо там. Вы пошли? Егор, Никит, Дарья, когда в следующий раз придете? Ну, мы что, 23-го площадку будем собирать? 22-го в первой школе выступать будем? Ну вы готовы? Все, всего доброго. До свидания. Дарья, вот на тот номер, который на объявлении, пришли смс-ку, тебе в Телеграм отправить видео, ладно? Первая школа 22-го же. Показать на выступлении, вы что? Ну, кто же пошел? Да. Сейчас поговорю, Владик, там. Так. Билет ставите? А? Билет. Ты билет держи, у тебя еще одно занятие. Вот сейчас за это я записываю. Когда ты в следующий раз это заканчивается, когда в следующий раз ты придешь? В среду, может. В среду, лады. Все, до свидания. Артем, спинку прямо. До свидания, до свидания. Владик, пойдем, ты все сделал. У Артема еще... Ой, отставить. У Кирилла сейчас билетик заканчивается. Ты маме покажешь, скажешь, что ты выиграл соревнование, да, провели? Матушке покажешь. А у тебя, у сестры, билетик тот старый кончился, да? Да, это из-за января. Угу. Мы каждый месяц практически. Ну, нет, мы делаем по несколько раз, даже в неделю соревнований, но практически каждый месяц у всех есть возможность выиграть занятия. Так. Давай, колесо. Так. Февраль. Колесо. Надо за февраль это пройти. Ну вот это использовать билетик. Ты сегодняшний что? Ты что, не так, закладку потом будет. У тебя в книжку можно положить. Ты книжки читаешь какие-нибудь? Да. Молодец, книжку можешь закладку. Так, держи, дай пятюню. Все, мамке покажешь, все, придешь. Ты тоже молодец, дай пятюню. Это заканчивается, выписываем другое, да? Про сестру спроси, если она сейчас пока не может заниматься, чтобы... Ну, может, ты позанимаешься. Вообще класс. Выздоровела, да, она? Да. Артем Киселев, как самочувствие? Не теряй сознание, слышишь? Не теряй, не теряй. Все? Полтинник? Красавчик, молодец, отдыхай. Красавчик? Но он, правда, с одной гири сделал. Ну, как бы красавчик, но с одной гири, да? Да, все, Кирюш, ты пошел? Да. За тобой Сахил, за вами, с Русланом приедет. 58-59. Серег, ты что, всех там бьешь, что ли? Меня все бьют. А, все? Никит, не бей Сергея Сергеевича, пожалуйста. Что, батя подъехал? Ждем. Артем, я тебе билет отдал, да? Сейчас, погоди. Так, ну парни, смотрите, по билетам такая, помните. Артем, Киселев. Вот, держи. Ну она, да, это нами купленная, просто, надеюсь, приматы не пользуются, но я смотрю, воды это нашинская остается, никто пока все, не пил. Спасибо. Ты так понюхай, нормалек все? Нет, тебя не отравили, нет? Диман, ну что ты не захотел сделать, ну пожалуйста. А? Диман. Да нет, ну пожалуйста. Я никогда забьешь, наверное. Ну хорош. На следующей тренировке сейчас. Блин, опять откладываем. Ты когда в феврале закончишь? Ну хорош. Что время то? Ну у меня мышцы что-то забились, я сейчас подрался и вообще что-то. Ну и все. Наоборот, это когда через усилие, через такое серьезное. Ну, может, попробуешь? Нет, даже пробовать не хочешь. А Никита? Ну, Никита. Ну, мы вообще домой вообще хотели сейчас пойти все вместе. Я понял. Артем, Маркушев и Киселев. Смотрите, билетики все сейчас, Киселев, вы подай сюда, пожалуйста. Давай. Сейчас Маркушев потом подойдет. Подаешь, Артем? Артем. У тебя занятий не было, у тебя занятия последние. Парни, смотрите, такая же тема. Вы выписывали. Тебе я дал, да, билет? Да. Билет начинает действовать, как только приобретаешь абонемент. Вот помнишь, да? Самый маленький. Самый исходишь, самый маленький абонемент на 1000 рублей и 5 занятий. Сколько? 5 занятий, 1000 рублей. 1000 рублей. Да. Но самое лучшее это за 3-18 занятий. Соответственно. Это что такое? Тихо, стоп. А. Не балуйтесь.
Чипсы, ну, все это. Да. Бомбу запустил. Артем, такая же, у тебя осталась последняя. Парни, мне не жалко, просто поймите, нам надо, чтобы вы ходили заниматься, чтобы представляли, вы понимаете, да? Интерес как минимум города, потому что Саратовчан сейчас... Денис! Денис Владимирович! Представляешь, сегодня Николай Алексеевич говорит, а что, давайте посостязаемся с саратовским. До свидания! Посостязаемся с саратовскими ребятами. Единственный из всех Артем Маркушов выявил желание. И то под легкой такой намеком от меня посостязаться. Остальные все никак. Так они там кача делают. Какая разница? Я ему Николай Алексеевич сказал, Николай Алексеевич, ты хоть подбери нормальную это. Ну, не супер бойцу, а не надо нам Пчелинцева ставить против Артема, правильно? Я знаю, мы с ним тренили тогда. Софьяшенко? Да. Он сюда ходил. Я когда только сюда пришел, он меня учил санжировку делать. Так, ты понял, да, по занятиям? Ты понял, чтобы не было потом. Ты придешь, меня не будет, а ты будешь там. Сергей Сергеевич, мне вот Сергей Геннадьевич сказал, без обмана, лады? Все, я сейчас выписываю, смотри, Артемий, на февраль. Это на февраль? Это за февраль надо сделать, да. А кого сегодня? 10. 11. 11 февраля. Допустим, вот ты захотел позаниматься. Допустим, например, ты знаешь, что 24 числа февраля соревнования. Допустим, Машка говорит, мам, мне надо приобрести время, подготовиться к занятиям. Основные занятия сгорать не будут 100%. Помнишь же? Не сгорают. Но вот это кончится. Поэтому, приобретая абонемент, ты сначала тратишь эти, а те остаются хоть до лета, как обычно. То есть это повод, чтобы ты сейчас прозанимался по этим занятиям, ты как покупаешь абонемент, а эти три занятия сократишь спокойно, но до февраля. Ну там, что у нас остается? Следующая суббота, там, три субботы, да, остаются у нас до февраля? Сегодня 11-е? Две субботы, наверное. Значит, выбери субботу и какую-нибудь, две субботы и какой-нибудь один день выбери. Ну, найдешь, да, ты придешь, только без обмана, ладно? Я же могу подарить их кому-нибудь. Допустим. Фига ты хида, это ты за себя старался. И ты хочешь. Но если я там не успею, допустим. А, если не успеешь, подаришь, да. Я думаю, ты. Нет, конечно, как и виновным говорили, вы можете заслужить, выиграть и кому-то подарить. Что смысл им ходить безоплатно, если за них качает президент, и он говорит, вот они должны приходить безоплатно. Не вопрос, они тоже могут выиграть. Например, тебе может быть заниматься не очень нравится, не успеваешь время, ты можешь кому-то подарить. Но только достойных, пожалуйста, выбери. Не абы как, да? Иногда бывают такие, знаешь, что там занятия есть, начинают сразу дружбан, там, чтобы не было вот этой шляпы. Дружбан. Ну, типа, да, дружбан, подари-ка мне занятия. Я встречал, и вы тоже встречали их, таких, это. Чего? А так молодцы, что не жадины. Джинсы. Не порви, ничего. Нормально. Не, ну нормально, потом мама зашивать будет, а не ты. Барабанщик. Да, как, тихо, не улегаемся. Так, февраль 2023. 11-й, 23-й. Так, Денис Владимирович, получается, у нас сегодня занятие выиграл Владик, Артем, Артем второй, Кирилл Огнищев. Четыре человека. Сегодня... Руслан не участвовал? А? Руслан не захотел почему-то участвовать. Он говорит в следующий раз, он устал. Диман не захотел, Никита не захотел. Вот Артема Киселева этот. Ну, хоть да, уговорили. Все, практически. Артем, держи. Дай пятюню. По учебе исправишься. Прикинь, Денчик, на четверке съехал. Вообще не особенски. Ладно, Никита! На четверке выезжает, да, старается. А ты наоборот на четверке съехал. Че это такое? Смотри, вот так вот. Берешь. Не старается. А почему? Не, Никитос, учеба смысл такой. Потом такой тремор будет, если сейчас не исправить. Оно не супер важно, конечно, да, вот это образование там для многих. Кто-то говорит, я деньги умею считать, зачем мне уметь писать? Но это некорректно, потому что иногда могут так выстроить текст общения или как бы сам курс общения, что глупый человек и не поймет. Ну, просто ему скажут, в конце концов понял, он скажет, нет, ну нет, давай бабок тогда, значит, я сейчас тебе буду разжевывать. Никита, молодец, единственный Никита, красавчик, молодец, да, Владик, ну-ка давай ломанись, помоги Никитосу, квадратики. Влад, давай квадратики пока выстилай. Молодец, Никита. Ну,
сейчас мы матрицы. Уважение тебе, да, и почет. Все четко, все понимает. Что, Серый, как самочувствие? Все пробились? Давай. Ты же вспотел, что ли? Хера себе. Ты, Димик, ты видел, что с ним сделали? Ты видел, что с Серегой сделали? Он же тикет с него смотрит. Да. Что, забоксировали? Опа! Ну вот, почти поймал. Сначала Артем, потом Дима, потом Никита. Это что такое? Давай. И все, да? Артем. Не, ну трое, нормально. Артем, пойдем еще раз с тобой. Да иди разочек еще, иди последний, парни сейчас помогут. Да Руслан, остановись пока с мячкой, помоги маты да убирай, сейчас Артем Михайлович с Сергеем Сергеевичем пристанется. Ну ты отодвинь гироскутер, к стене отодвиньте и маты помогите убрать, вы посмотрите, что они будут делать. Сейчас они пробьются, про Сергея Сергеевича надо, что... Артем, бороду давай ложи, прям в эту. Серый, выдержишь? Серый, выдержишь? Артемий. Прям это, в лицо не бей, но так по-серьезному. Серег, надо выдержать. Владик, Владик, откатывайся, маты помоги убрать. Маты, матрасы, Влад. И Руслан, маты, матрасы, пожалуйста, уберите. Серьезно, мы отобьемся. Давай, 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 давай. Только по лицу не бей ему, ему завтра на смену. По лицу ему не бей, ему на службу завтра. Серый, ну держись. И ты тоже как бы это, юношу не обижай, ладно? Ты что, хорячик, матери, что Никит, это я разрешил. Про Серегу упросил его. Сейчас я ему помогу. Сюда остановись. Дима, Артем, помогите, пожалуйста, парни. Пойдем хотя бы сюда. Потом в следующий раз придем там. Давай лови мячик тебе, Руслан, он ждет тебя. Пока сюда хотя бы отнести просто. Ну зачем? Вон смотри, там сколько раз. Прыгай сюда. Запечатанный. Все. Я думаю, там помимо вам смотри, сколько там. Вот вам и площадочку поэтому. Че снимать, нормально? Сейчас, погоди, сейчас. Я только сегодня смотрел про отрыв Джеки Чана, когда он с проекта с этого, с часов падал. Два каскадера ему помогали. Момент это делать. Но где его лицом, это там, да, его лицом. И реально он это, чуть не убился там. Русик, отходите. Стык. Я просто тебе подсказываю, там жена не кипишу. Артем, понакидывай связки. Я не могу, я только по голове. Нет, по голове не надо его бить. Перчатки тяжелее просунуть через защиту, да, пробить. По ногам, да. Опа, нормально. Центр займи. Нормально, давай еще раз. Руки подними, Серый. Руки подними, у тебя башку снесет просто. Руки подними. Да я не то, что она соскальзывает. Вот поэтому и снесет голову. Руки подними. Серый, руки подними, как щитом, да. Да. И тут же раз-два. Оп. Закидывай, Артем, туда. Прям прямой. Ты ему видишь, открылся? Серый, теперь ты, не хитри. Нет, да, вот так вот пролетело. Сквозь пролетело. Игнатий. Можно следующий тренировке отжать?
Ну сейчас ты уже не успеваешь, или останешься. Обоюдненько. Я на тоже пойду. Ты помнишь, что Тани? Подтянуться, отжаться, подтянуться и двигаться. Двумя гирями сможешь, у вас там еще что-то спрощение. Ощущение. Хорошо. Нет, ощущение нормально? Бум! Все, Измай, пошли. Я должен кричать. Я не знаю, как это назвать. Нет, куда? Вот, брать. Куда? Руслана, вот сюда, иди к Руслану. Там мозоли тебе не очень напряжены. Я вот сюда, в эту стенку. 50 раз отжался, 50 раз отжался. Просто уходите, не предупредиться, это даже не очень. Не, ну ты сказал, молодец. Там еще у нас два билетика есть. Парни, Никит, там еще лежит два билета, которые могут. Никита. Ну хорош. Ну хорош, ты что? Да вон додумал. Никит! Ты Никита! Че, ерунда, все. Никита додумал. Никита. Вот о смысле жизни думали. Все? Че, Серег, бить его устал, что ли? Артем, ну давай со мной. Без перчаток. Ну одна минута, давай без перчаток. Давай без перчаток. Пожалуйста. Без перчаток у меня. Давай. Вот он. Дай мне башню. Ты один ищите, давай я иди. А может я без перчаток, а ты перчаток? Нет. Просто не один, а не мокрый. Они мокрые такие, вообще там. Да, боксер сказал вообще, наверное, вот такой бабки. Бамус. Парень, одна минута. Бумажки сложите, пожалуйста. Вон бумажки, смотри, Валя. Вот сюда. Сейчас. В одну кучку сложите. Давай, давай, ищи, ищи, еще где есть. А, один ищи, билет. Ищи. Ну, Ивану скажете? Если он придет. Он вроде вот должен кучку прийти. Складываю, вот кучка, да, сюда складываю. Вот. А я сейчас эту кучку уберу. Что? Да, я ее уберу. Давай, умница, давай. Давай. Оп.
Все, да? Блин. Русик, как где Бася? Сейчас мы уже одеваться будем. Мы уже одеваться. Не, ну он поднимется? Да нет, наверное. Куда полез? Андрей, пошли. Привет, передавай, чтобы выздоравливать, да? Хорошо. Быстрее, я так, окей. Хорошо. Хорошо. Сейчас. Я видела твои катаны. Да. Кстати, вот это моя любимая из картона. А? Из картона. Как учеба, Влад, вот Руслан? Хорошо. Учеба? Отлично. Точно? Да. Да. Оценки будем проверять? Да. Я верю, что вы, да, сможете? Спокойно. Я верю, молодцы. Смотрю. Ну, умница, хорошо. Ты куда там рвешься? Че, не хорошо сделать? Слышь, Руся! Блин, туда не получится. Руся! До свидания. Да, Артем, все, всего доброго. Все, всем здравия и до встречи. До встречи. До свидания. До свидания. Вот отсюда давай, смотри, вот так вот туда. Залази. Ножками туда ты. Лази вот так. Опа, и садись, стой, подожди, ничего не делай, вот так. Раз, хочу, не хочу. Все, давай, давай, прыг. Ты пишешь, я великий, не хочу. Хочу, хочу, не хочу. Что хочу, то не хочу. По-моему, хочу, говорит, сюда слезть. По-моему, хочу домой. По-моему, хочу, а может, не хочу, ничего не понимаю. Так, ладно. Но очень весело. По-любому. Ничего не понятно, но очень, очень интересно. Так, Сергей Сергеевич, умывается. Я сплю и просыпаюсь. Все спят и просыпаются. Все, куда? Куда не надо? У меня опять лазер с собой. Лазер? Да, лазер, да. Надя. Лазер, ты имеешь в виду лазер указка? Да. А она далеко указывает? Да. Скажи, пожалуйста. Еще а вон туда. Стекло. Сейчас. Стекло мешает. Чтобы не отражалось. На здание сможешь? Вот. Пробил. Нормально. У кого столько, смотри. Сейчас, погоди. О, отражение. Молодец. Ну, да, Надя, все, включай. Не переживай. Надя. Ну что, дай, ну не Надя, дай хоть на минутку ему понажимать. Вы помните, парни? Влад, погоди, Руслан, глаза не следить лазером, в машину не следить. Это опасно, да, и могут выйти поплатить еще, или там можно роговицу сжечь, это очень опасно. Давай, руками. Влады, все, давай кутили, сумку назад, лопу взял, все нормально. Все, батя, привет, всем здравия, да? Все, парни, все, до встречи, молодцы. До свидания. Счастливо. Счастливо, счастливо. Сейчас осталось только. Алина. Потихоньку с папой будешь смотреть, мячики кто-нибудь оставил, да, поищешь? Может, это мячики спрятал? Я не могу мячики поищать. А, не, сейчас он тебе, папа. Пойдем, да? Может, там посмотреть, да, поискать. Что-нибудь там, мячики. Я сейчас пока все уберу. Давай поищем, походим, посмотрим. Да, походи. Давай, походи, посмотри. Походи только, не бегай. Да, я пока сейчас. Сюда походи, туда. Можно под диван заглянуть. О, где диванчик, там папа сейчас. Помнишь, где диванчик? Под диван посмотреть. Может, там мячик или Ваську найдешь. Васька там не спрятался под диваном? Васька. У нас дома Васька. Васька дома, да, прячется? А мячик там не спрятался? Вяска его называешь? Вяска? Я нашла! Кого нашел? Мячик! Вот умница! Что, правда, да, лежит? Да. Теперь где-то еще мячик. Еще умница, да. А то ребятня, как всегда, вот сюда мой, умница, да? А под диваном мячик не спрятался? Когда не окольца? Ну, это потом откроем. Когда созреют. Да. Под диванчиком смотри. Сер, пока переодевайся, я сложу. Я чё, как ты смотришь? Терпимо? Да. Ну да, положи, я сложу. Я сама смотрю.
Вот я как раз и попросил тебя поискать в другом месте, чтобы я мог здесь это. Аринка, там нету, мы уже с тобой да. все посмотрели. Я сейчас давай маты разбираю, ты папе помоги что-нибудь посмотреть в другом месте. Пошли. Можешь походить. Сейчас я просто уберу все быстренько. Ну пока переодевайтесь. Может быть там. И где? Ау. Ау. Мячик. Ау, ау, ау. Мячик. А иди сюда, Аринка. Залазь. Послушай, какой звук там интересный, если за голову так засунуть и что-нибудь поговорить. Арина, здравствуй. Засовывай голову туда. Алло. Здравствуйте. Алло, алло. Кто-то есть. Никто там нету. Нету. Она сюда залезала? Кто-то есть. Она сюда залезала? А. Залезала туда прям? А, мне там колесо. А, как? А если бы колеса не было, там вообще... У-у-у. Я что-то там убить машину. Машину убить. Что-то там синее. Синее? Синие ладно. Вот, возле стены у папы, возле папы. Синенькая. Чехольчик. Да-да-да, вот его она, наверное, увидела. Он? Он? Может, в другом месте мяч. Все туда тянет, да? Думаю, все-таки там, ну мы поняли, да, мы поняли, что тебе думается, что мячики там. Конечно, там мягко и куча целая всего. Переодеваться. Да, переодеваться, и мячики мы сейчас... Мячики найдем? Мы их сейчас найдем. Ты пока переодевайся, помоги. Пошли вещи искать. Вот, да. И заодно в сумке посмотрим, мячик там случайно не попал в сумку к нам. А? Может, в сумку он залепенил. Так, я вот я... какая-то здесь ягодка прицепленная на мохнатой какой-то резинке. Ягодка — это нет, вообще чудо. Куничка? Да. Куниц? Клубничка. А, клубничка? Да. А, мне послышалось куничка, в плане лиса, куница есть такая, лисья, отряд лисьих. Ну да, как. А, ты имела в виду, да, про них? Она была оглазлая, и я вчера в садик ходила. Угу. Мама тогда придет, мама еще. Угу. Ну, куницы, да, они бывают и серого, и оранжевого, рыжего цвета, мамочка, наверное, так правильно. Дай нас мать. Ты не знаешь, папа, да, что там делал? Сейчас я тебе все расскажу. Так, так, так. Сейчас нам надо аккуратно все в шифоньер. Шифоньер типа... У меня нету чупа-чупса. Так, у нас сейчас по списку получается 10 льготников. А, нет, Аданева не вписали. Секунду. Секунду. Куртки в кармане у меня. Наденемся, домой приедешь. И, наверное, дадим чупа-чупс. Архипов, Женя, это кто такой? Или пока домой поедем. Серег, а кто такой Архипов Евгений? А? Архипов Евгений, это кто? Архипов, вот светленький такой, Женя. Женя. Недавно ему он смеялся над кем-то, что ли, ты ему говорил. С кем ты стоял? Да, когда я говорил, пришел, ты с ним разговаривал. Это Кирюша. Здесь. Это Кирилл. Нет. Да. Нет, с кем я разговаривал, это Кирилл был. Да? Да, это Кирилл, который... Кирилл, как он? Евлов. Евгеньевич. А? Евгеньевич. Не помню. Сейчас. Кирилл. Сейчас. Пим, надо футболку заправить. Такой он худенький, такого вот роста где-то прям. И светленький. Ага, ага, ага. Про социальных. А это был Кирилл Бломник. Это был, да он угорает на постоянно со Солетином. Туда на дурники не давал ему, то это сейчас, представляешь, Диман отжимается за футболки, что нет у него. И он пошел к Артем Киселеву и рассказывает, нет футболки, отжимается. Я смотрю, ты что, чучело вообще, что ли? Как так? Так он доказывает, а вы мне бумажку не давали. Я говорю, да ты что, гонишь, что ли? А началось все с того, что он угорает. Я говорю, понимаешь, отсутствие формы, как вот у тебя носовой платок. А у меня нет сопель. Чем носовой платок? Захар говорит, слышь, а ты подписывал документ.
там есть про форму одежды. Нет, я ничего, бумажку не давали. Я говорю, что за бумажка? Я говорю, ты гонишь, что ли? Так как итог, в конце. Он плачет, стоит, у него сопли текут. Я говорю, что, Кирюш, нужен, да, носовой платок? Я не знаю, ты уже пришел, нет? Уже на момент. Потом.